Сегодня утром ведущие российские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Цены на нефть незначительно снижаются на фоне негативной статистики по коммерческим запасам нефти в Соединенных Штатах, которые показали прирост по итогам прошлой недели на 3,5 миллиона баррелей. Сегодня аналогичная статистика выйдет от Министерства энергетики Соединенных Штатов и, вероятно, повлияет на нефтяные котировки. А рубль ослабевает по отношению к доллару и евро, причем к доллару ослабление более ярко выраженное. Сегодня пара доллар-рубль проведет торги в диапазоне 66-67 рублей, а пара евро-рубль проведет торги в диапазоне 75-76 рублей.